Абсолютный бойцовский чемпионат получил первого молдавского единоборца. Ион Куцелаба прорубил окно в октагон и выступит в самом престижном чемпионате планеты – UFC. Он спортив не де калитати. Плохие бойцы в UFC не попадают. Я с самого начала хотел быть примером для молдавских бойцов. Может, буду представлять какой-то клуб, но выступать на самом высоком уровне буду только под флагом Молдовы. Я патриот своей страны. Дебют Иона Куцелаба в элитарном бойцовском турнире намечен на 18 июня. Первым его соперником станет латвиец Миша Циркунов. Подготовку к своему дебютному поединку в знаменитой на весь мир бойцовской восьмиугольной клетке Куцелаба уже начал под руководством нескольких наставников. Ваня очень талантливый боец, но талант – это всего лишь 1%, 99% – это работа. И природа его, конечно, одарила это взрывной силой и скоростной выносливостью, над чем мы работаем, в принципе, на каждой тренировке. Но это, наверное, его и отличает от других спортсменов, от других бойцов. На первом подготовительном этапе спарринг-партнерами Иона Куцелаба выступят молдавские бойцы, которые на тренировках рискуют своим здоровьем. Ион очень сильный боец. Когда он выходит в клетку, он старается отправить соперника в нокаут. На тренировках он больше работает на технику и скорость. Для нас он пример для подражания. Тренировки с ним нас мотивируют. И он входит в мировой рейтинг. Мы стараемся достичь такого же уровня. За свою профессиональную карьеру молдавский боец провел 12 поединков, потерпев в них лишь одно поражение. 25-летний Ион Куцелаба с UFC подписал контракт на 4 боя. Первый из них пройдет в столице Канады, Оттаве. UFC не так и сложно пробиться, сложнее там удержаться. Я буду еще больше тренироваться. Думаю, мне по силам одолеть ребят из UFC. Я не хуже их. Они тоже сделаны из костей и мяса. У них есть минусы. Минимальный гонорар за один проведенный бой в чемпионате UFC составляет $10 000.